участок газопровода, больше ничего сделать невозможно в дальнейшей ситуации. А потом уже будут ремонтировать. Его надо, выработать газ, а вырезать кусок, есть, посмотреть повреждения и вваривать новый кусок. Больше ничего. Ну, естественно, абоненты будут сейчас без газа перевесить. Опасный взрыв существует? Пока горит нет. Скажите, пожалуйста, а сколько домов примерно, может быть, район целый газопровод? Еще честно говоря, не знаю, потому что такие повреждения, чтобы только заехали. У меня ребенок он испугался, мы еле успели до подвала добежать. Потолка нету на кухне, снесло. А покажите, где ваш дом? Мой дом вон через два дома. Очень рядом. А сколько примерно пострадало домов, не знаете? Без понятия. Около 15. А вы сами посмотрите, вон горит, вон горит. И началась бомбежка. С детьми попадали все. Вот зайдите, посмотрите. Нет дома внутри, смотрите. Чтоб все видели, смотрите. Вон снаряд торчит. Вот, подойдите. Вон прямое попадание в зал. Я не знаю, взорвался или нет, но лучше осторожно. А что вы здесь стоите? Конечно, если он не взорвался. Что нам делать? Ну, посмотрите. Где? Вот дальше, идите. Вот снаряд. Вон. Снаряд это или нет? Где? Вон. А, так он пустой. А, не, пустой. Пустой точно? Да, яйца пустой, да. А вы здесь живете, да? Да, я здесь живу. И были в доме? И был. Я вот, мы здесь были, в зале были. Там услышал самые такие мощные. У меня трое маленьких детей. Я их накрыл, я весь посекший. Ну, побежал к соседям кричать на помощь. Смотрю, у них дом разбит. Три взрыва, то, что я помню. Остальное я уже ни хера не помню. Я не знаю, вынесла значение. Сначала просто, как обычно, я даже не знаю, наверное, готов поубивала тут наших даже. Дикий взрыв. Все втроем, ребенок, я и муж, были, как раз готовили ужин. Выносит дверь полностью, слупка совсем. Ребенок как раз напротив двери стоял. Я еще кричу, ложись. Она упала, откатила, ну, научила ее уже тоже. И все, началось дико. Все, падает, мне тоже, мне голову отбило, по-моему. Ну, что дальше? Упали, побежали сюда, здесь ничего уже нету. Здесь все уже выбито, не спрячешься. Побежали туда, там тоже. Там горит все уже. Ни одного окна вообще. Я ненавижу вообще всю эту украинскую власть. Я была дома, у меня двое маленьких детей. Ребенок у меня катался на домашней качельке. На дверях. Все взрываться начало просто. Это просто ужас. Я ненавижу его просто. Скажите, а сколько вы взрывов слышали примерно? Вот а вы знаете, их было так. Взрывов? Много. Я вам сейчас скажу. Когда я хватанула свою сестру несовершеннолетнюю, двух своих детей. Сестру за капюшон и двоих детей под мышку. И волокла их в подвал. Было раза три. Когда они уже опустились, я уже в подвале вместе с ними слышала еще раза три. Я их ненавижу. Пусть все их дети и все их семья, все их, весь их род и все вот это вот западенщина, пускай все прочувствуют. Скоты они неблагодарные, твари они. Как извините. Меня зовут Аня Дончик. Я вот она здесь, никуда не прячусь. Я живу здесь в Донецке, все это чувствую. Они твари. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо и вам.